Всем привет! Вы на канале Family Time на кухне. Сегодня мы будем готовить вот такие замечательные трубочки с двумя начинками. Шоколадной пастой и со сгущенкой. На их приготовление у нас понадобится буквально 10 минут. Фрукты внутрь или ягоды можно использовать любые. Нам понадобится тост. Обрезаем у него очень тоненько края и будем раскатывать скалкой. Как можно тоньше. Такие трубочки можно делать как на завтрак для сладкоежек, так и просто к чаю, когда захотелось чего-то вкусненького. Смазываем шоколадной пастой. Далее я буду использовать чернику. Можно использовать любую ягоду, допустим, порезать мелко клубнику. Сворачиваем и будем откладывать пока в сторону. И проделаем то же самое с каждым кусочком. Сейчас мы будем делать со сгущенкой. Когда вы приготовите такие трубочки, по вкусу они совершенно не похожи будут на хлеб. Будет очень вкусный, необычный десерт. После того, как вы скрутили все трубочки, нам понадобится 2 яйца. К 2 яйцам нам нужно будет добавить 5 столовых ложек молока. Также сразу приготавливаем посыпку. Для этого используем сахар и корицу. И приступаем к жарке. Каждый кусочек нужно обвалять в молоке с яйцом и затем обжарить на среднем огне. После того, как вы обжарили все трубочки, их нужно выкладывать на салфетку. Так вы избавитесь от лишнего масла. Готовые трубочки посыпаем сахаром с корицей. И можно подавать к столу. Теплые они особенно вкусные.
Вот так просто и быстро мы приготовили наши трубочки. Всего каких-то 10 минут. А я желаю вам приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал. С вами была Лена. Пока-пока!